Всем привет, дорогие друзья! Вы вновь на канале Топ ICO, и с вами, конечно же, как всегда, Евгений Игнатов. Итак, мои дорогие друзья, мы с вами уже обсуждали проект Ubix, но сегодня мы с вами обсудим конкретно команду проекта, социальные сети проекта, а точнее социальную активность проекта Ubix и, конечно же, баунти проекта, как я вам и обещал. Итак, мои дорогие друзья, давайте, конечно же, начнем с социальных сетей. Их можно найти в подвале сайта в самом низу. Ну и немножко повыше подвала есть еще один блок с социальными сетями. Давайте начнем с Твиттера. Так, переходим в Твиттер. Сразу же бросается в глаза огромнейшее количество участников, 57 тысяч человек. Вот, к примеру, давайте посмотрим на активность на постах. Вот пост 31 июля. Двухдневной давности 200 лайков, 30 июля 600 лайков, 29 июля 300 лайков, 300, 200 лайков, 240 лайков. Мои дорогие друзья, я так понял, вы уже, конечно же, заметили, что очень качественные посты, и их очень много. Команда не скрывается, постоянно какие-то фотографии с конференции. Вот майка с логотипом Ubix. Стоит член команды с каким-то человеком с логотипом на майке Binance. Я думаю, что какие-то конференции уже посещаются и заключаются договоры с биржами. И вот уже сразу же бросается в глаза то, что будет листинг на Bitforex. Bitforex такая биржа не с очень большими объемами, но очень такая качественная и хорошая. Я там уже зарегистрирован и периодически что-то продаю, покупаю. Итак, мои дорогие друзья, давайте перейдем еще на страницу в Фейсбуке Ubix. Так, в Фейсбуке у нас порядка 50 тысяч подписчиков, даже 59 тысяч, еще больше, чем в Твиттере, что не свойственно для Фейсбука, но, наверное, как-то что-то рекламировалось, поэтому столько много подписчиков. Обычно в Твиттере больше, так как Твиттер больше подходит для ICO проектов. Ну и, мои дорогие друзья, что еще хотелось бы сказать, так это то, что проект походу реально соберет хардкап. Осталось совсем мало времени, но я думаю, сейчас появится кто-то, кто выкупит оставшиеся токены. Итак, мои дорогие друзья, в Фейсбуке тоже активность действительно очень-таки большая. На постах по 70 лайков двухдневной давности, то есть активность действительно есть. Ну и давайте, конечно же, заглянем еще в мессенджер Telegram. В Телеграме у нас порядка 100 тысяч участников, что колоссально много. Я думаю, поэтому и проект так много и собрал, потому что просто заинтересованность огромнейшая, огромнейшее количество участников в Телеграме. Ну и давайте же, как я уже и обещал, обсудим баунти проекта. Баунти проекта можно перейти по ссылочке в шапке сайта, но я через Bitcoin Talk баунти нашел и участвую в нем. Итак, вот мы находимся на ветке баунти с Bitcoin Talk. Ссылочка на него, конечно же, как всегда, будет в описании под видео. На баунти выделено 2% от проданных жетонов. То есть, если сейчас примерно собрали 20 тысяч эфириума, то на баунти будет порядка 400 эфириума. Один жетон Ubix цена стоит вот такую сумму от эфириума. Итак, вот распределение токенов в баунти. 15%, конечно же, на подпись, как всегда, больше всего. 10% на контент, на Twitter 16%, на Facebook 16%. И на остальные компании уже, конечно же, поменьше. Ну, еще Telegram Ambassador очень большое. Так сказать, выделено очень много токенов. Ну и давайте, конечно же, посмотрим еще команду проекта. Переходим в раздел «Команда» на сайте Ubix. Итак, Артем Чеснов. Заходим в его профиль в LinkedIn. Фамилия сразу же вызывает доверие. Мне кажется, такой человек не может обмануть с фамилией Чеснов. Но это какое-то такое веселое отступление. Идем дальше. Итак, сразу же бросается в глаза то, что у него в шапке профиля закреплено название проекта Ubix, то, что он там сейчас работает, а точнее он гендиректор проекта. С ноября 2017 года, как я уже сказал, работает проект. До этого у него тоже большой очень опыт в других компаниях, начиная уже с 2000 года.
То есть человек действительно опытный. У него несколько образований, начиная от Санкт-Петербургского университета, заканчивая другими крутыми университетами Европы. Далее давайте просмотрим профиль Дэниеля Бессуза. Итак, что у него мы с вами наблюдаем? То, что он сейчас является адвизором какого-то другого ICO, но Ubix, я думаю, является для него сейчас основным, конечно же, проектом, так как проект действительно стоящий. Вот он работает с марта 2018 года, по настоящее время уже 6 месяцев. Образование у него тоже высшее, крутое образование. До этого он еще работал в Lapa блокчейне адвизором и SEO Crypto Assistant. Ну, мои дорогие друзья, вы поняли, что человек уже в ICO сфере давно, я думаю, он и проект Ubix сможет как-то продвинуть. Итак, давайте заглянем еще кому-нибудь в профиль. Дэн Гертман, заходим в профиль в LinkedIn. И что мы наблюдаем? Опять же, в шапке профиля закреплена Ubix AI. И он работает с ноября 2017 года, то есть со дня основания компании. Опыт у него тоже есть в ICO проектах. Итак, мои дорогие друзья, я надеюсь, вам было полезно мое видео. Ставим пальцы вверх, задаем вопросы в комментариях, если таковые имеются. И, мои дорогие друзья, подписываемся на мой канал. Пока!